Последние годы в нашей стране осуществляются масштабные реформы, направленные на возрождение национальной идентичности, утверждение достоинства человека как высшей ценности, обеспечение прав и интересов граждан. В частности, особое внимание уделяется продолжению добрых, пронизанных духом гуманизма традиций священной религии. Следует отметить большое значение в этом процессе священного месяца Рамазан, воплощающего в себе стремление к просвещению, духовному очищению, такие качества, как милосердие, доброта и великодушие. Мусульмане Узбекистана встречают этот священный месяц большими надеждами и радостью, совершают благородные дела по укреплению в семьях и махалях атмосферы мира, любви и дружбы, оказанию помощи и поддержки нуждающимся. Немалую роль в этом вопросе играют активисты Фонда по поддержке общественной деятельности ветеранов Узбекистана «Нураней», которые на основании постановления президента от 11 марта 2023 года ведут работу по повышению уровня жизни и дальнейшего усиления социальной активности представителей старшего поколения, по их оздоровлению, организацию содержательного досуга. В частности, в дни празднования священного месяца Рамазан представители Алмалыкского отделения Республиканского фонда «Нураней» провели различные благотворительные акции. В том числе 5 апреля был организован ифтар для 30 пожилых людей, нуждающихся в социальной поддержке. Представители мечети Рамадан Шариф также приняли участие в этой инициативе, приготовив для пенсионеров продуктовые наборы. Верующие мусульмане нашей страны, встречая Рамадан, стараются проявить заботу, милосердие и внимание к людям, нуждающимся в помощи. По инициативе духовенства мечети Рамадан Шариф и верующих пожилых людей, с помощью спонсорских организаций в Алмалыке был организован ифтар для 300 малообеспеченных, нуждающихся в социальной защите граждан, проживающих в махалях нашего города. В благотворительной акции приняло участие и Ташкентское областное отделение общественного фонда ВАКФ, которое выделило 10 гражданам материальную помощь. Таким образом, светлые традиции священного месяца Рамазан побуждает людей быть более добрыми, объединиться для достижения благородных целей.